Досрочная победа при помощи одного болевого приема. Именно так, всего лишь за полминуты победу на ковре одержал бийчанин Даниил Мухин. Я сначала его скрутил, положил на удержание, сделал болевой прием. На соревнованиях спортсмены показали достаточно высокий уровень мастерства. Применяли чистые броски, что считается высшим пилотажем. Самбисту в этом случае присуждается безоговорочная победа. По-моему, даже 10 или 12 бросков было выиграно чистыми бросками. Это очень редкость, когда вот таким хорошее качество выделяются ребятишки. Турнир на Кубок главы администрации города прошел в Бийске уже во второй раз. Участие в нем приняли 106 человек. В основном это, конечно же, бийчане. Но также на ковер вышли и спортсмены сел Советского, Зонального, самбисты из города Барнаула. Такое чувство радости, что первая победа. Пришлось постараться очень сильно. И все-таки получилось. Бийчане, которые отлично проявили себя на этих соревнованиях, вошли в сборную команду города. И впереди их ждет подготовка к краевым состязаниям. Татьяна Свинаренко, Сергей Доровских. Будни.